Уверенно, легко, виртуозно. Игра юной Софии Габелевой завораживает. Ее пальцы словно парят над клавишами инструмента. 6 ноября девочка открывала фестиваль «Новые имена» в зале филармонии. София исполнила первую часть концерта Моцарта с симфоническим оркестром Нижнего Новгорода. Выступление она сравнивает со спектаклем, образы которого очень ярко описывает. Сначала, например, тут солдаты, потом народ им аплодирует, потом девушки выходят, потом опять марш идет, и потом заканчивается часть первая. Вторая часть, она очень нежная, и нужно играть, как ты любишь маму. В фестивале приняли участие дети, которые в октябре успешно прошли отбор. Так, из 70 участников жюри выбрало 30 исполнителей на разных инструментах. «Новые имена» – один из самых престижных и значимых конкурсов в Нижегородской области. София пробовала свои силы в нем впервые. И это ее первая победа в конкурсе такого уровня, рассказала Валентина Горбунова. Ее отличает то, что она играет по-взрослому. То есть она очень хорошо чувствует, вот Моцарта было сложно с чем играть, у него вся музыка из коротких фраз, через паузы, это знаки молчания, да, а вот это надо все объединить, ей вот это все удается очень хорошо, она чувствует музыку, данные великолепные. По итогу конкурса София также стала стипендиатом губернатора Нижегородской области. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.